Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 18 июля 2017 года. Построили мы две теплицы, капли, шириной 3,2 метра. Заказная ширина, нестандартная. Длиной 4 метра. Каждая У каждой теплицы с одного торца у нас установлена форточка, с другого торца разрезная дверь форточка. Теплица установлена на одном основании, на одном уровне. Основание сделано из бетона. В дальнейшем планируется переход между теплицами закрыть. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 20 на 40. Арки выполнены в виде ферм. Покраска полимерным порошковым способом. Светло-серый цвет. Также в теплицах установлен диагональный. Диагонали укосины. Поликарбонат 4 мм. 0,8 плотность. Самый мощный поликарбонат, самый долговечный. Также по торцам установлен резиновый торцевый уплотнитель для большей герметичности. Теплицы у нас строились на грядках. На грядках уже посажены перцы, огурцы, в другой теплице помидоры. Видимо, малоснежное уральское лето не понравилось растениям, решили над ними соорудить теплицы. Вот здесь помидорки. Сейчас им будет тепло, хорошо расти. Итак, закончили мы теплицу. Точнее, теплицы были закончены. Монтаж перехода между теплицами не стали затягивать в долгий ящик. Изготовлены были прогоны в размер. Установили прогоны. И покрыли эту часть поликарбонатом. Теперь две теплицы выглядят как одно целое, но с заходом сбоку. Как-то так. Ну вот на этом все. Ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем пока.